Выступали с боевым настроем. Сейчас настроение отличное, что получилось занять такие хорошие места. Спасибо большое Ирине Александровне Русмановой и нашему тренеру Вернику Клане Шатальной, что сумели подготовить нас к этому старту хорошо. А у тебя как? Я очень рада, что я выступала на чемпионате Европы, потому что так сложилось, что я вообще не должна была там выступать. Ну, как бы, да, у меня была травма, и должна была выступать Ариша и Саша Солдатова. Но я очень благодарна Ирин Санне и Вере Николаевне, что они все-таки поверили в меня. Ну, я не до конца долечила свою травму, они поверили и сказали, что, ну, ты сможешь выступать. И, конечно, не все получилось, но я рада, что я не так сильно подвела Россию. Какие планы на будущее? Вот предстоит в сентябре же чемпионат уже мира, да? Да. Ну и сейчас я буду, конечно, лечиться, залечивать травму и готовиться уже к чемпионату мира, чтобы выступать там уже в полную ногу, в полную силу. Такие же сейчас небольшой перерыв, отдых и с новыми силами, с новым боевым настроем готовиться к чемпионату мира.